Представляем вашему вниманию видеообзор ATIS Kit GSM-11. Бренд ATIS – это использование передовых технологий в сфере систем технической безопасности по доступной цене. Данный комплект сигнализации – это недорогой и качественный вариант, который можно использовать для охраны квартиры, загородного дома, офиса, магазина, а также любых других помещений, а встроенный GSM-модуль будет держать вас в курсе всех событий, где установлена сигнализация. Установить и настроить охранную систему ATIS Kit GSM-11 сможет даже не специалист, ведь все, что вам понадобится для установки, уже есть в данном комплекте, плюс подробная инструкция. В комплект поставки входит централь со встроенным GSM-модулем, беспроводной инфракрасный датчик движения, беспроводной датчик открытия двери, два радиобрелока для постановки и снятия охраны, проводная внутренняя сирена, блок питания, необходимые крепежные элементы и батарейки, а также инструкция на русском языке. Стоит отметить, что по вашему желанию базовый комплект можно легко расширить за счет широкого ассортимента беспроводных охранных датчиков. Централь сигнализации – это главное устройство, которое позволяет управлять всей системой. На передней панели централи расположены информационные светодиодные индикаторы, которые будут информировать вас о том, в какой именно из шести зон сработали датчики, информацию о состоянии GSM-сигнала, а также индикатор постановки и снятия с охраны. На тыльной стороне расположена съемная крышка, под которой находится слот для SIM-карты. Сверху расположены разъемы для подключения питания, сирены и проводных датчиков, а также кнопка для программирования и выключатель централи. В сигнализации можно настроить управление 6 беспроводных зон и 4 проводные. Это особенно удобно, когда нет возможности установить беспроводные датчики, если сигнал не проходит через несколько стен. В централь встроен новейший GSM-модуль, который дает возможность в случае тревоги мгновенно осуществлять голосовые звонки и отправлять SMS-сообщения на мобильный телефон. Постановку и снятие сигнализации с охраны можно выполнять посредством брелока, который входит в комплект поставки, либо с помощью мобильного телефона. Встроенный аккумулятор позволяет работать в централи при потере питания. Также при пропадании питания будет идти тревожный вызов на ваш мобильный телефон. Беспроводной инфракрасный датчик движения применяется для обнаружения присутствия и перемещения человека. Выполнен из пластика с антивоспламеняемым покрытием, а также обладает технологией логического управления и умной аналитики алгоритмов, что помогает отличить электромагнитные помехи от движения человека, предотвращая ложные тревоги. Область сканирования порядка 8 метров с углом обзора 110 градусов. Датчик может работать в стандартном режиме с интервалом сканирования спектра каждые 5 секунд и энергосберегающим с интервалом сканирования спектра каждые 5 минут. Беспроводной датчик открытия двери предназначен для установки на двери, окна, ворота, чтобы оповестить вас о нежелательном их открытии. Выполнен из высококачественного пластика и имеет размер 70 на 36 на 15 мм. Дальность передачи сигнала в централь 100 метров. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 55 градусов по Цельсию. Максимальный порог срабатывания 10 мм. Его можно установить на большинстве дверей или окон. Подключение и настройка охранной системы занимает не более 20 минут. Ставьте батарейки в датчики. Прикрепите датчик открытия двери на двухсторонний скотч к неподвижной части двери. А магнит, наоборот, нужно установить на саму дверь. При этом зазор должен быть не более 10 мм. После установки датчика и магнита проверьте его работоспособность. Для этого откройте и закройте дверь. Индикатор на датчике должен гореть. Установите инфракрасный датчик в зоне наиболее возможного движения злоумышленника, расположив его на высоте минимум 2 20 см от пола. Угол наклона должен быть не более 90 градусов. Датчик движения должен смотреть на зону охраны. После установки не забудьте переключить питание на датчике в режим ON. Снимите заднюю крышку централи. Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карт, как указано на рисунке под крышкой. Перед установкой карты не забудьте снять пин-код при помощи любого мобильного телефона. Подключите блок питания в разъем, который обозначен как Power, и сирену, разъем которой обозначен соответственно. Установите централь в центре охраняемого помещения. При первом включении сигнализация вас оповестит голосовым сообщением и начнет самодиагностику. Для того, чтобы добавить беспроводной брелок, нажмите и удерживайте кнопку SET не более 1 секунды. Индикаторы охранных зон загорятся и прозвучит сообщение. Затем нажмите любую кнопку на брелоке. Прозвучит сообщение о том, что брелок добавлен. После добавления брелоков нажмите кнопку SET 6 раз подряд с интервалом в 1 секунду. Для того, чтобы добавить датчик, нажмите и удерживайте кнопку SET не более 1 секунды. Индикаторы охранных зон загорятся и прозвучит сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 1 секунды. На панели загорится индикация первой охранной зоны,
и прозвучит сообщение. Активируйте датчик путем его включения. Прозвучит голосовое оповещение, которое означает, что датчик подшит успешно. После добавления датчиков нажмите кнопку Set. Панель издаст кратковременный сигнал. Индикация охранных зон погаснет. Вы вышли из режима добавления датчиков. Программирование номеров дозвона и SMS-оповещения осуществляется с помощью мобильного телефона. Чтобы добавить номер мобильного телефона для тревожного вызова путем DTMF-команд, наберите номер телефона SIM-карты, которая вставлена в сигнализацию. После дозвона сигнализация запросит вас пароль доступа к режиму программирования. По умолчанию пароль 1234. После ввода пароля нажмите решетку, затем тройку, чтобы войти в режим записи мобильного телефона, потом 1, это номер по порядку телефонного номера дозвона. Далее введите номер мобильного телефона, нажмите решетку, потом звездочку и решетку для выхода из режима программирования. Также есть удаленный режим программирования через SMS-сообщение. На этом установка охранной системы завершена. Для того, чтобы включить режим охраны, нажмите на брелоке кнопку с закрытым замком. Чтобы снять с охраны, кнопку с открытым замком. Протестируйте вашу охранную систему. Комплект охранной GSM-сигнализации ATIS – это готовое решение для установки сигнализации в любых помещениях, начиная от квартиры и заканчивая гаражом. А встроенный GSM-модуль будет держать вас в курсе всех событий, где установлена сигнализация. Также комплект может быть расширен и доукомплектован дополнительными датчиками, такими как беспроводной датчик обнаружения газа ATIS 938W или беспроводной датчик дыма ATIS 228W.